Здравствуйте, друзья, знакомые и пока незнакомые мне люди. Очень хочется поделиться впечатлениями после только что прожитого вебинара. Песня «Влечение вечное сердец», она всегда любима, и сегодняшняя встреча наполнила еще большей любовью и подарила много новых открытий, благодаря тому, что удалось обратить внимание на интонации. Ощутился такой богатейший мир и понимание того, что вот такими интонациями феи и поэта точно мир можно очистить от бед, точно можно радости жизни прибавить. Столько любви искренней, сердечной, настоящей, отдано каждым словом феи и поэта. Музыка. Это звучание сердца. Звуки гитары – это тоже звуки любви, гармонии и радости, всех тех чувств, что есть в содержании этой песни. Музыка тоже действует в ритме любящих сердец, феи и поэта. Песня «Влечение вечное сердец» обновила всю палитру чувств и расцветила мой день жизни, эта песня сегодня. И вдохновила на действия души, на то, что очень-очень хочется не только следы, но и свет за собой оставить.